Низкий уровень заболеваемости ОРВИ сохраняется в Нижегородской области. Активность гриппа находится на межэпидемическом уровне. Привито против гриппа порядка 12 тысяч человек. За счет бюджета в эпидсезон планируется привить больше 50%. Своевременная вакцинация позволяет подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск заболеваемости и возникновения осложнений после перенесенной гриппозной инфекции. С момента поступления вакцины в нижегородские поликлиники от гриппа привились уже порядка 1500 жителей области. Специалисты отмечают, что нижегородцы в этом году особенно заинтересованы в вакцинации. Ситуация с COVID-19 ясно дала понять. Опасность находится рядом, и инфекционные заболевания могут привести к тяжелым последствиям.